В эфире микрорубрика с макросодержанием, которая называется «Эксперимент на одном именно на вот этом вот квадратном метре, на котором уже стоит кто? Точнее, что? Кастрюлька». Если стоит кастрюлька, значит, друзья, нужно признать «да». Наша программа из научно-популярной потихоньку переходит в кулинарно-популярную. Но! С научным подходом. Например, сейчас я вам покажу, как с помощью научного подхода можно быстренько... Картошка. Угу. Почистить вареную картошечку, чтоб потом ее на майонезик нашмалять. Эх! Ну, в смысле, салат оливье сделать. Смысл в чем? Берем картошку, только что сварившуюся, вот в кожуре, и мгновенно ее опускаем в воду, в холодную. В данном случае я взял просто снег на улице и растопил его. Видите, у нас не очень чистый снег на улицах, поэтому лучше, если вы будете в домашних условиях это повторять, возьмите чистую воду и просто ее сильно охладите. А потом, мгновенно достав эту картошку из холодной воды, я снимаю с нее кожуру вот таким элементарным движением. Первый раз не получилось, не беда. У нас передача богатая, поэтому мы сварили сегодня две картошки. Возьмем вторую. Вот она с пыл жару, мгновенно ее в холодную воду. Вот, держим там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Достаем и быстренько одним движением раз, 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 два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, если вы дома проделаете это, у вас получится наверняка. Сегодня что-то как-то, видимо, не та картошка, или она уже слишком переварилась. Друзья, какая разница? Главное, что мы вам показываем принцип. А получается у нас это или нет, это, вообще говоря, никого не должно волновать. Главное, что мы сварили две прекрасных картофелины и пойдем ее съедим вместе с солью. Ну что, ребят, давайте, обед у нас картофельный. Камеры стоп! Камеры стоп! Камеры стоп! Что не получилось у меня опять? Леха! Иди сюда, кулинар! Что такое? Либо у меня руки не с той картошки растут, либо ну, у меня все, как ты говорил, все сделал. Смотри, закипятил ее, подержал в воде. Покажи, как оно делается. Я что для знаю. Этого надо? Может, давай выключим ее, может быть, нет? Да не надо. Ну, я выключу. Ну, вот смотри, там та же самая картошка. Та же самая картошка. Абсолютно та же самая картошка. Берешь картошку? Беру картошку. Горячая прям, с пылу жару, да. Положил туда. Утопил. Утопил, держу. Да. Что происходит там? Благодаря вот этому... Благодаря резкому перепаду температур у тебя шкурка отслаивается от горячей внутренности картошки. И? Ну и, соответственно, она легко снимается, как чулок. Вот я... Давай попробуем, ну-ка. Ну давай, вот она у нас полежала сейчас. Полежала. Мы... Да. Нагрела воду вокруг себя, сейчас мы ее еще, да, постужаем. Ого! Здорово! Все, вот тоненькая шкурочка, все, она снялась. Отлично! Вот, друзья, о чем это говорит нам все, что сейчас произошло? О том, что если не получается эксперимент, не нужно отчаиваться. Позовите Иванченко. Спасибо тебе, Леха. Ребят, обедать пошлите. Слушай, а тут еще картошка есть. Давай соберем.